Всем привет, вы на канале Две Сестрички, с вами я. И сегодня у меня новое видео. Я сегодня буду снимать реакцию на свои первые видео, на свои самые последние. В общем, снимаем реакцию. Первое видео, это самое первое. Это я сюда начала лайкала. Следующее. Так. Чё ты психуешь, малышка? Неинтересно, кто это такая? По-моему, запал. Неинтересно. Чё ты психуешь, малышка, остынь. Этот мальчик мой, ты притормози. Сегодня мы в клубе, но утром едем там. Что это за видео? Не смотри, ребят. На самом деле, ребят, я просто сейчас смотрю эти видео и думаю, какая была дура, потому что я отвечала ботом просто, блин, и не умела еще снимать, просто не умела. Но в скором времени я менялась, у меня все получалось. Смотрите дальше. Откуда вера, что это грустно, типа все жалелись и такое. Корабль идет ко дну, помоги мне, я утону. Протяни мне свою ладонь. Наш корабль идет ко дну. Наш корабль идет ко дну. Помоги мне, я утону. Протяни мне свою ладонь. Наш корабль идет ко дну. Я не сплю день и ночь, но ты не придешь, даже если улыбнешься. Господи, скажи, что ты делаешь? Я на экране, ты ловишь мой заряд. У меня только два камера, я уже хотела спеца. Сладкий лимонад. И если я онлайн, ты за мной парад. Я знаю, что ты любишь лимонад. Я на экране, и ты ловишь мой заряд. А мой контент как будто сладкий лимонад. Как интересно снимать. Месяцев, 3 месяца делают лайк. Я на экране это. Комментарий такой я видела, что язык ясно написали, хобби это вам, а не мне. Так. То, что повидеть, честно говоря. Даже смысла нет. Так. Давайте вот это посмотрим. Так, ну, нормально. Так, ну, это бессмысленное видео, честно говоря. Это я уже распустила косички. Но это видео почему-то все равно нравится. Я не знаю почему. Конечно, помнишь, мы были без ума.
Ну, долго, ребят, видео это очень... Ну, все закончилось. Тоже очень бессмысленное видео. Давайте найдем какое-нибудь другое, что скучно смотреть эти тупые видео. Это самый первый опрос. Выбирашки. Кстати, ребят, если вы хотите в следующем видео реакцию на аккаунт Ясмины, на ее видео, все такое, набираем под этим видео 5 лайков. Надеюсь, так, что такое? Ногти. Ванна снимала. Нет, не ванна. В комнате. Сейчас я думаю, зачем постригла волосы. Сначала я постригла, не жалела. Я даже сейчас не до этой секунды вообще не пожалела. Сейчас так смотрю мои длинные волосы, что я натворила. Ну, в принципе, со стороны мне реально легче. Ну, я не жалею. Просто такие длинные волосы. Но, в принципе, они все равно отрастут. Тем более... Одна девочка на улице мне сказала, что это даже нормально, потому что у меня теперь могут вырасти нормальные здоровые волосы, и кончики не будут сечься, короче. И что я стригла такую длину, это нормально. Ну ладно, суть не в этом. Смотрим дальше. Это все было снято 1 год назад. Это моя любимая песня была. Ой. Она писает в золотой унитаз и ездит на шопинг исключительно с чемоданом денег. Сегодня мы... Малышка, остынь, этот мальчик мой, ты притормози. Просто знать, детка, ты моя дама. Так, тебе легко открылось. Тебя с тобой хотел прожить всю жизнь, сейчас я потерял тебя, не знаю ли верну. Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь. Я люблю тебя. Чувак, скажи, видишь, читай комментарии. Хотя знаю, что там все ужасно. Как я говорю слово спасибо родителям? Ну спасибо! Че ты там вякнул? Ой! Точнее, спасибо, ваше благородие! Старшему брату, спасибо, мой белый господин тупица. Тебе так от мамы достать, не бей! Друзья, вот как ты и просил, я его починил. Ой, спасибо! Теперь можешь идти дальше в свою жопу. Как я говорю слово спасибо? Родителям. Да, это смешно, я это видела. Как я говорю слово спасибо родителям? Ну, спасибо! Че ты там вякнул? Ой, точнее, спасибо, ваше благородие. Старшему брату, спасибо, мой белый господин тупица. Тебе так от мамы достать, не бей! Друзья, вот как ты...
ты и просил, я его починил. Ой, спасибо! Теперь можешь идти дальше в свою жопу. Как я говорю слово спасибо родителям? Ну, спасибо! Чего ты там вякнул? Ой, точнее, как я говорю слово? Так. Это самое такое земное. Господи, давайте найдем нормальные видео хоть где-нибудь. Или не все тупые. Ты в подъезде. Может, будет тупые. Полить там на любые кроссовки. Все не важно. Что там пишешь? Ничего. Это слово какое-то. Значит, чтобы было пати, чтобы было пати, нужно позвонить Артуру, Диме, Ване, Кате. На ногти сходить, фотку запилить, даже две лук подобрать и понять, что на голове. Пиццу заказать еще, и все готово. Все танцуют, все довольны, это клево. И еще один. Значит, чтобы было пати, чтобы было... Каждый сантиметр твоего тела. Так, ну неинтересно, ребят. Честно, не интересно ни капельки. Это, о, вот это видео. Солнце встает, и мы рядом, наши будни. Так, вообще интересно, это что за видео? Обратная сумка. Если хотите вторую часть, где я смотрю эти видео свои, набираем 2 лайка и снимаю вторую часть. Если хотите, где я смотрю Асминкино видео, набираем 5 лайков или 6, сколько я вам сказала, уже не помню. И снимаю. Всем пока. Всех люблю. Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим программы, где можно ставить обложки для YouTube. Первую заходим сюда, обложка. Вот. Так. Нажимаем разрешить, окей. Обложка, короче, вот. Создать обложку, мои проекты больше моей обложки. Давайте создать обложку. Так, ой, не тот фон выбрала. В общем, выбираем любой фон, либо давайте из галереи. Ну, давайте помните. Пока что здесь, а потом из галереи. Ну, давайте. Даже свободно какой-то вот. Или, знаете, например, размер чуть-чуть другой. Размер, например.
Вот такой вот, отлично. Галочка, нажимаем на галочку. Пока что нет. Так, текст. Сестра. Пишем. Я, например, напишу сестра. Начало. Нет, давайте, например. Вот давайте напишем такую обложку. Обложка. Видео. Отлично. Так. Дальше наклейки. Наклейки не хочу ставить. Давайте, что здесь? Отлично. Фон. Ну, давайте фон, например. Блин, вот. Кстати. Здесь был такой прикольный фон. Ну, давайте вот этот фон. Вот этот. Или вот этот. Давайте вот этот вот. Кстати, вот этот фон. Ой, вот этот фон очень прикольный. Вот этот, в принципе. Вот этот. Все, вот этот вставляем, ребят. Только надпись надо тогда чуть побелее сделать, если не... Ну, ли... я не знаю, ребят, честно, какую мне придумать. Давайте, вот, все. Так. Что? Все, думаю. Ну, в принципе, готово. Образ. Все. У нас получилась такая обложка для видео. В принципе, ок. Обложка для видео получилась. Следующая программа. Это вот такая вот программа. Если что, запоминайте, можете, если какая вам программа больше понравится сегодня, на такой программе вы можете себе, в принципе, скачать и, в принципе, тоже делать обложки. Здесь все по-английски, давайте начало сюда. Так, можно, типа, вот такие вот выбрать. Давайте первое. Блин. Знаете, что сделаем? Мы сейчас идем с вами в Play Market. Скриним мы все это. И выставим. Так, Play Market. Мои приложения установлены. Так, установлены. И залазим. Ждем. Так. Вот, нет, это снимок экрана. Вот это вот. Так. Так. Заскринила первого. Второго. Так, я не помню, я вроде бы три скачала, да? Ну и третью ищем. Вот три. Только три было. Ну, давайте тогда найдем обложку, где только три. Так. Только три, главное, чтобы было. Вот. Нет, главное, чтобы было только три, как я говорила. А, это надо только за рекламу, ребят. Не получится вроде бы три сделать. Не знаю даже как. Чтобы три получить. Ну, ладно. Давайте пробовать эту 4. Там что-нибудь придумаем. Отлично. Первое. Раб. Так, увеличиваем. Двигаем. Так. Следующую обложку можно вот такой вот. Следующую вот такую вот. Ну, последнюю, знаете какую? Я, кстати, уже решила. Блин.
Блин, криво, конечно, блин, получается здесь, в этой программе, здесь, в этой программе все криво получается, не обращайте внимания. Здесь очень криво эта программа, криво очень все делает, если честно. Окей, ладно уже. Следующее. Ну и давайте выберем вот это вот. Вот это, думаю, ровнее будет. Нажимаем на галочку. Что здесь? Реклама, ребят, не обращайте внимания. В принципе, вот так вот получилось. И так, смотрим, у меня еще идет запись экрана, ребят. То сейчас просто все будет зря. И проверю. Да, ребятки, идет. Ну что, давайте, что здесь еще есть, в принципе, в этой программе. А, нет, это что? Это выйти? А это в YouTube, в принципе. Ну, короче, мы с вами делали обложку. Так, зашли вот в эти два приложения. Сейчас, извините, еще раз. В эти два приложения заходим еще вот в это вот творческое. Смотрите, здесь уже вроде бы посерьезнее. Это самое напоследок я решила оставить. Потому что вот, это наш канал, ребят. Это недавно загруженное видео. И мне бы нужна здесь обложка, понимаете? И у меня нигде нет обложки. И мне нужна обложка для видео, ребят. Что же мы будем делать? Еще нажимаем. Опубликовано. Рассмотрение. Так, честно, я даже не знаю, что куда нажимать. Так. Знать бы еще куда, что куда нажимать. Так, а вот, давайте к этому видео обложке, обложку, так, ну-ка, что же делать? Давайте я придумала, так. Я здесь поняла. Здесь надо скачать вот это вот приложение, надо сделать обложку. И типа наша страшная история, все такое. И где это как раз к тому видео, блин, что с этим приложением? Окей. Наша страшная история. Надо какой-нибудь страшный фон выбрать, ребят. Давайте вот этот. Окей. Угу. Галочка. Так. И пишем. Наш. Страшные истории. Истории. Ну, в принципе, можно наши страшные истории. Готово. Образ. Отлично. Мне бы... Еще так, выходим. Там больше фотографий сделала. Так, окей. Давайте описание добавим. Спасибо за просмотр. Просмотр. Короче, ладно, не будем ничего писать. Потому что лень. Так, и что? Выкладываем значок. Сохранить. И что получилось? Здесь что, все нормально, все хорошо. И теперь хочу посмотреть это видео, что здесь получилось. Так. Ну ладно. Давайте еще найдем что-нибудь, типа, чтобы... Ну, в общем, мы... Короче, ребята, я вам показала. Честно, вот первое приложение. Так, сразу вам говорю. Первое приложение. Сейчас выйдем для начала. Идем в галерею. Рассказывать еще
подробно скажу. Понравилось, понравилось, сколько баллов. Заходим. Вот первое приложение. Все нормально. Все классно, мне, честно, все понравилось. Второе приложение. Ну, честно, так себе, конечно, но если сильно надо редактировать видео, то оно пойдет. И, ой, ребятки, и третье приложение. Надо делать уже заранее обложку, там ее не сделаешь. В общем, третье приложение вообще просто отстой, вообще просто, ну, не понравилось. В общем, первое и второе приложение. Я заголосую за первое и второе приложение. Вот, теперь выходим, листаем и говорим. Всем пока-пока, спасибо, что были с нами, всех люблю. Всем пока, до скорой встречи.